Переходимо до такої складної теми, тому що ми зараз будемо говорити про дітей, а саме про їхні захворювання. Досить поширене захворювання – це саме захворювання легенів, які вони бувають. Сьогодні ми про це поговоримо. Так, і в цій темі нам допоможе розібратися наш експерт, наш ранковий гість Олег Шмирьов, хірург. І тема на сьогодні – легеневі захворювання дітей. Доброго ранку. Доброго ранку. Здравствуйте. Ми раді вас вітати сьогодні в нашій ранковій студії, тому що тема саме захворювання легенів і ще з мого дитинства я знаю, досить актуальна. Як приходить зима, холоди, одразу починаються бронхіти і тому подібне. От на сьогоднішній день, що таке найпопулярнішим є серед захворювань на легені? Популярність заболівань взагалі хорошо. Давайте ми определимося з поняттями. Ну, я не просто хірург, я хірург, який займається грудною клеткою і оперує легкі. Це називається торакальний хірург. Це достатньо... такая непопулярная и редкая специализация, потому что достаточно мало проблем, связанных с легкими, требуют хирургического лечения. Популярность заболевания, ну, самое популярное – это вирусная инфекция, которая не совсем в нашу тему, потому что вирусная инфекция, респираторная вирусная инфекция – это то, что, чем болеем мы все, что проходит практически самостоятельно и требует достаточно минимальной коррекции при грамотном ведении пациента. Те заболевания, которые связаны с грудной клеткой, с легкими, которые представляют интерес, их можно разделить на заболевания, которые имеют чисто терапевтическое, именно пульмонологическое, терапевтическое значение, и которые требуют какой-то хирургической коррекции, хирургического вмешательства. Будем так говорить, коварность заболеваний легких заключается в том, что кроме ярко манифестирующихся вот воспалительных заболеваний вирусных, они достаточно имеют слабую симптоматику. Они, легкие вообще очень орган, который имеет очень большой ресурс. И поэтому мы проявление заболеваний легких видим, когда уже болезнь может зайти достаточно далеко. Поэтому имеет значение внимательность доктора и ранняя диагностика. И диагностика, в ней очень помогают нам родители. Родители, которые внимательно смотрят за ребенком, которые обращают внимание на какие-то вроде как незначительные, но достаточно значимые в диагностике для нас, для врачей, симптомы, которые проявляются у ребенка. Если ребенок просто кашляет без каких-то причин внешних, у ребенка нет температуры, у ребенка нет соплей, у ребенка нет проявлений вирусной инфекции, но ребенок вам кашляет, это уже повод для того, чтобы обратиться к доктору и спросить доктора, а почему? Ну, кашель само по себе это не болезнь. Кашель это симптом, это реакция организма на что-то вызывающее этот кашель. И поэтому задача доктора тут стоит разобраться, посмотреть, выяснить причину. Иногда эти причины бывают настолько драматичны. Я не побоюсь сказать драматичны, потому что буквально вот в течение трех дней у ребенка, у которого родители обратили внимание на кашель, диагностирована опухоль грудной клетки, причем это опухоль, это онкогематология, она достаточно серьезная, она достаточно запущенная. И сейчас стоит вопрос о лечении и, возможно, даже о лечении где-то за пределами Украины. Ребенку 7 лет, и хорошо, мы быстро сработали, мы смогли поставить этот диагноз в течение суток. Но до этого ребенок же как-то реагировал на это заболевание, он кашлял, у него была какая-то симптоматика, какое-то недомогание, какая-то симптоматика была, ребенок вел себя нестандартно, ребенок вел себя необычно. И если бы вот этот момент был пойман немножко раньше, я не говорю, что болезнь бы не развилась, нет. Но чем раньше мы начинаем лечить такие заболевания, тем успешнее мы это делаем. А говорили про діагностику. Яку діагностику потрібно робити? Можливо, в домашніх умовах якась є? В домашніх умовах ви нічого не зробите. Бо у вас в домашніх умовах нема рентгена. Ви не володієте методикою перкусії, аускультації. То, що приміняється для того, щоб зрозуміти, що відбувається в легких.
А до якого лікаря тоді потрібно буде йти, якщо... Ну, первично, це сімейний лікар. Сімейний лікар, який скерує, який вислухає, заподозрить якусь проблему і скерує вас до фахівця, який вам... Ну, сімейний лікар також може назначити рентген-обстеження. І от тут я хочу ще раз... наголосить, что рентгенобследование на сегодняшний день, рентгенаппараты, цифровые рентгенаппараты, которые есть практически всюду, это аппараты, которые дают минимальное облучение. Один рентген-снимок на цифровом аппарате – это 20 минут на солнце. Вот вы когда ребенок, да. Когда ребенок, то есть люди не боялись? Вот этот постчернобыльский синдром, он очень навредил легочной хирургии и пульмонологии в частности. Если вы помните, когда была диспансеризация, я как бы давно живу и знаком еще с этим понятием, когда была диспансеризация, без рентген-обследования ребенка не брали в школу. Перед тем, как пойти в школу, ребенок должен был пройти определенное обследование у врача, диагностику, анализы и рентген-обследование было в этой линейке. Это очень хорошо было. Это очень хорошо. Несмотря на то, что тогда рентген-аппараты были намного вреднее, чем сейчас. Я могу из личного опыта сказать, многие, вот то, что вы говорили, заболевания легочные, ну, они не совсем легочные, это то, что растет в грудной клетке. Есть такое понятие невринома. Это опухоль, которая растет из корешков, которые, нервных корешков, которые отходят от спинного мозга и которые переходят потом в межреберные нервы. Это нормальное образование, которое есть у нас, вот эти нервы, они нормально, они нам нужны, они у нас есть. Но иногда бывает сбой, и начинает расти опухоль. Она растет не быстро. Она растет медленно, она растет практически бессимптомно. И найти ее, ну, удалять ее надо. И найти ее можно только на рентген-снимке. Другого метода на сегодняшний день нет. Когда она начинает уже давать симптоматику, когда уже у ребенка возникают боли какие-то непонятные, начинают искать, что это за боли. Первое, что надо сделать, если вы что-то заподозрили, вот врач, которому, про ребенка, про которого я говорил, семейный доктор, он молодец на 150%. Первое, что она сделала, это она назначила рентген. А от знаєте, ну зараз ж є, ну і досі залишається обов'язковим флюорографія. Тобто вона робиться раз на рік. Де? Ну от, наприклад, те, що я знаю, коли... Ну в школі раніше школах, було, і коли в університетах. Ні, просто... у вас не зовсім правильна інформація. Флюорографія є так називаємо декретований контингент, контингент працівників, які нуждаються в оформленні санітарної книжки, без чого їх не допускають на роботу. И вот в этой санитарной книжке обязательным является рентген-обследование. У детей этого критерия на сегодняшний день нет. Просто на школе, пам'ятаю, змушували робити. От раз на рік ми робили прям. От я вам серйозно кажу. Да, ви так само. І був цей момент, і навіть коли от в університет вступали, обов'язково перед вступом, і потім кожного року знову. В університет, да, вопросов нет. В університет, да, ви заповняєте определенную форму, определенную справку, і в этой справке є рентген-обследование. Просто дивіться, якщо ми говоримо про здоров'я наших легенів, так, зараз флюорографії немає як обов'язковою, ми намагаємося розібратися. Чи, можливо, потрібно людині самі контролювати цей процес і раз на рік це робити? Можливо, якщо ви кажете, є те, що ми не можемо відстежити захворювання, проте його попередити якимось чином. Когда мы придем к европейской страховой медицине, когда у нас страховые компании будут заинтересованы в том, чтобы их клиенты не болели, тогда, как это делается во всех развитых странах, никакая страховая компания не заключит с вами полиса страхования здоровья по минимальной ставке, пока вы не пройдете определенную комплекс обследований, куда включены достаточно неприятные процедуры, как колоноскопия, ректоскопия, фиброгастроскопия, бронхоскопия и компьютерная томография. Это те методы исследования, которые обязательны, потому что страховая компания, которая заключает с вами договор, она должна понимать, она должна знать, сколько она на вас потратит денег. И когда вы заболеете.
В зависимости от этого определяется стоимость страхового полиса. Ну, они настолько зануды, что они учитывают еще, курите вы или не курите, занимаетесь вы спортом или не занимаетесь. Они делают какие-то определенные функциональные пробы, чтобы посмотреть, насколько вы можете там подняться на 20 этаж и не задохнуться при этом, чтобы определить, насколько вы заболеете в ближайшее время какой-то сердечно-сосудистой патологией. Но они, для них это принципиально. У нас, если вы знаете, если вы заключаете договор со страховой компанией, вопрос один, сколько? Вы платите деньги, там есть определенный перечень случаев, кейсов, которые попадают под страховой случай, в каком случае они вам что оплачивают и в какой доле от стоимости этого лечения. Это, к сожалению, на сегодняшний день все. Я понимаю, что это нужно для массового охвата населения, но это не несет смысловой нагрузки, это не заставляет человека быть здоровым. Это не заставляет его следить за своим здоровьем. Наоборот, некоторые расслабляются, они считают, у меня же есть страховка, меня же вылечат. А якщо ми поговоримо зараз про ситуацію з ковідом і поговоримо про дітей, якщо, наприклад, дитина перехворіла, як це може впливати на її легені і, можливо, ви порадите, як їх підтримувати? Ну, я не інфекціоніст, раз. Ну, да. Можливо, ви все ж таки розкажете. Ситуація з ковідом, так. Да. На сьогоднішній день по тому, так як це легочне заболівання, і я періодично привлекаюсь к лечению таких дітей, потому что если ребенок находится... Я не беру амбулаторную службу, которая лечится практически бессимптомно. Некоторые с минимальной симптоматикой, они переносятся, диагностируются, эти дети находятся в основном дома на самоизоляции. Я беру те тяжелые случаи, которые требуют госпитализации. Такие пациенты есть, они госпитализируются, и, к сожалению, не все выздоравливают. Опять же, с ковидом ситуация такая, что... Дать прогноз, как вы перенесете или ребенок перенесет ковидную инфекцию, к сожалению, не может никто. Есть определенные клинические лабораторные показатели, которые заставляют предполагать и показывают тяжесть этой инфекции у данного конкретного пациента. Но спрогнозировать, каким образом и насколько будут поражены легкие, ну, мы, к сожалению, на сегодняшний день не можем. И... В общем-то, даже у меня были случаи, когда одна и та же семья и дети с небольшой разницей в возрасте, у одного это проходит бессимптомно, легкие сопли и все, а второй попадает в реанимацию и лечится дренажами с порванными легкими, и лечится очень долго, и я еще раз повторяюсь, не все выздоравливают, к сожалению. Поэтому постковидные изменения, они... У детей протекают намного легче, чем у взрослых. Угу. Потому что вот те изменения фиброза, замещение легочной ткани. Легочная ткань – это губка. Представьте себе губку поролоновую. Вот эти мелкие пузырьки – это альвеолы, которые, в общем-то, в стенках которых происходит газообмен. И вот, если вы знаете, иногда бывает так, что когда поролон долго полежит под грузом, то вот эти вот пузырьки, они слипаются. Угу. И потом не расправляются. Образуется вот такой как бы полоска достаточно плотного материала в этой поролоновой губке. Вот примерно то же самое происходит с легкими. Альвеолы слипаются, фибротизируются, и на месте этих пузырьков образуются рубцы. Но я повторюсь, легкие достаточно орган, который имеет очень большой ресурс. Очень большой ресурс. Если вы слышали, бывают такие вот операции, как пневмонэктомия. То есть бывают операции, которые заключаются в том, что у человека по какому-то одному из там, по поводу какого-то заболевания удаляется одно легкое полностью, все. Да, это инвалидизирующая операция, но такие люди растут. Живут, дети я имею в виду, и некоторые даже становятся мамами, и в зависимости от того, в каком возрасте произошла эта операция. Организм компенсирует этот недостаток, легкое растет до 22 лет примерно, и имеет тенденцию у детей особенно, у нас у детей есть ресурс, чтобы восстановить вот эти вот легочную ткань в процессе роста, в процессе развития. У взрослых с этим хуже. И чем старше взрослый, тем как бы у него
меньше шансов полностью восстановиться после ковида. Хотя это, еще раз я говорю, это зависит от первичного фона заболевания, от сопутствующих заболеваний, от того, насколько глубоко произошло поражение этим вирусом этой легочной ткани. Ну і на завершення, хотіла б декілька порад від вас почути, як слідкувати за своїм здоров'ям, особливо за легенями, що, якщо вже відчули, куди йти і що робити? А у нас мало времени. Так, вже у нас закінчиться. Да. Ну, ще раз повторюсь, я не знаю, наскільки це буде ефективно. Смотреть за ребенком, я по детству, да, смотреть за ребенком, и любое проявление нестандартного поведения требует анализа. Ребенок может капризничать, а может болеть. Вот в этом надо разобраться, и в этом должен разобраться родитель в первую очередь. Если у него что-то не получается, если он хочет как-то убедиться в том, что он прав и что все хорошо, не стесняйтесь дернуть доктора и не бойтесь рентгенобследования. Не бойтесь, рентгенобследование на сегодняшний день – это наиболее эффективный метод диагностики заболеваний легких. И не только легких, но и всех процессов, которые идут в грудной клетке. Угу. Ну і не займатися самолікуванням, а одразу звертатися до лікаря, так? Ну, самолікування... Може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ну, як говорив один умний чоловік, говорить, я погуглю, доктор говорить, я сам погуглю. Ну. Не займайтесь самолікуванням. Добре. Да. Ми вам дякуємо за те, що ви сьогодні завітали. Ми хоча б якось могли окреслити цю тему. Проте, бачите, більш детально можна розібратися тільки на вашому прикладі. Проте, сподіваємося, що ви не будете запускати своє здоров'я до такого стану. А ми нагадаємо, що в нашій ранковій студії був Олег Шмирєв. Ще раз вам дякуємо. А ми ще раз дякуємо за те, що ви переглянули це відео, і ми і надалі будемо готувати для вас хорошу та цікаву інформацію. І також нагадаємо вам, що обов'язково не забувайте залишати свої вподобайки, дарити нам свої серденька і, звісно, пишіть коментарі. А ми зустрінемося з вами з 8 до 12 на телеканалі «Правда тут».